Полный капитальный ремонт здания 3-го хирургического и офтальмологического отделения идет в плановом режиме. В этом депутата Московской областной думы Юрия Липатова, приехавшего проверить ход работ, заверил представитель подрядчика, а также пообещал, что постарается завершить ремонт досрочно. Срок контракта у меня до следующего года, до конца 2020 года. Но вот с Бутай Катавичем мы проговорили, что я постараюсь там, к концу мая, начало июня отдать полностью. Уже закончены все черновые работы. Идет замена инженерных систем отопления, водоснабжения, канализации. Монтируют новую систему вентиляции с установкой специальных очистителей воздуха. Параллельно идут общестроительные работы, которые, как вы сами видите, это монтаж плитки, монтаж гипсокартона, то есть отделка, шпаклевка. Также буквально сегодня у нас уже приезжают строительные леса, и завтрашнего дня у нас начинается монтаж. Мы приступим к фасаду этого здания. Проект предусматривает установку металлокостей от вентилируемых и утепленных панелей. Цветовое решение сейчас согласовывается с администрацией города. Параллельно идут подготовительные работы к замене кровли здания. Ход ремонта лично контролирует главный врач ВРКБ Бутай Бутаев. Все обсуждаем, в том числе и проемы, и коммуникации в том числе. Как это будет эстетично, как это будет по санитарно-гигиеническим нормам, с учетом медицинского учреждения. Вот, все, конечно, согласовывается, обсуждаем. И вот такое взаимодействие, оно действительно радует, и видно, что результаты есть. Юрий Липатов остался доволен увиденным и пообещал приехать вновь. Строительство идет, деньги осваиваются. Ну, не обижайтесь, будем с определенной периодичностью сюда заезжать. Если в чем нужна будет помощь, пожалуйста. На капитальный ремонт отделений ВРКБ из областного бюджета выделено 105 миллионов рублей. После завершения работ здание 1967 года постройки будет соответствовать всем современным требованиям. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Видное ТВ.